Мастер-классы, круглые столы, репетиции, концерты маленьких артистов. Программу летней творческой школы в музыкальной школе имени Балакирева подготовили насыщенную. Первый день сразу погрузил ребят в мир музыки. С юными талантами занималась руководитель и ведущий педагог проекта Александра Большова. Детки есть очень хорошие, в таком хорошем, настоящем смысле, на уровне, то есть участники новых имен, фонд Спивакова, да, участники разных других известных конкурсов. И вот с этими детками мы тоже занимаемся. Я надеюсь, что благодаря действиям в рамках нашего проекта этих детей будет больше, потому что очень важно начинать раньше. Чем раньше начнешь, тем раньше они проявляются, и тем больше будет этих звездочек в сорове. Поэтому чувствую некоторую причастность. Открытая летняя творческая школа стала продолжением проекта «Школы маленьких пианистов», который уже 2 года реализуется в рамках программы «Территория культуры Росатома». В летней творческой школе принимают участие 15 маленьких музыкантов с родителями и педагогами из 5 городов России – Лесного, Заречного, Балакова, Краснодара, Сарова. Возраст участников от 4 до 9 лет. Интенсивный ритм работы порой удивляет и ребят, и самих родителей, призналась Александра Большова. Я говорю, после окончания мастер-класса, ты же сейчас идешь в соседний класс, ты же идешь заниматься, и я могу сказать, что глаза круглые у всех. Не только у ребенка, и у педагога, и у родителя, и у ребенка, у всех недоумение. Как так еще заниматься, опять идти заниматься? Я говорю, конечно, наши концерты завтра, послезавтра, послезавтра. Вот, так что это такое событие в их жизни, и для родителей тоже, в том числе, необычное и очень полезное. На торжественной церемонии открытия школы для зрителей подготовили музыкальный подарок от Александры Леонидовны и ее ученицы Варвары Закалиной. В их фортепианном дуэте прозвучал светлый и радостный концерт Моцарта. Перефразируя известную пословицу, мы те, на чем мы играем. Фортепиано – это прекрасный инструмент, который позволяет овладеть максимумом возможности тембровой, регистровой. То есть этот инструмент является по заслуге инструментом оркестра. Занятия школы продлятся до 7 июля. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.